Зважаючи на введення Україною нових санкцій проти Росії, зокрема блокування популярних соцмереж, ми запитали дніпрян, чи існує в нашій країні свобода слова. У нас везде ущемляють зі всіх сторон. На русском языке мы разговаривать не можем. Сходить в соцсети, в какие мы хотим, мы тоже не можем почему-то. О какой демократии может идти речь в этой стране? В Штатах, допустим, тоже есть свобода слова, но тоже она ограничивается какими-то необходимостями государства. Наличие государства автоматически ограничивает, я так думаю, полную свободу слова. Если бы она была, наверное, все-таки бы не старались, опять-таки, актуальная тема, все эти соцсети закрывать, как-то это все под видом там просто, что это какие-то российские компании, но я думаю, что тут далеко дело не в этом. Не сейчас, мне кажется, так как было, так и остается, то есть ничего особо не меняется. Просто с какими-то там запретами, связанными с нынешней ситуацией. Ну, возможно, не знаю, мне кажется, оно не усугубляется, просто раньше об этом меньше говорили.